Добрый день, уважаемые дамы и господа, также товарищи. Вас приветствует Вадим, агентство недвижимости «Золотое кольцо благополучия». И вашему вниманию предлагается крайне недорогой, я подчеркиваю, и крайне локационно выгодный участок 22 сотки, в собственности отмежован. Внимание, с электричеством и с газом по границе в деревне Вёски, что рядом с городом Александров, Владимирская область. Деревня Вёски находится примерно на расстоянии 105-108 километров от МКАД по Ярославскому или Щелковскому направлению. Ну, вот такой подъездной путь. Не асфальт, конечно, но люди ездят, живут. Газ, электричество по границе. 22 сотки в собственности. Личное подсобное хозяйство, строительство дома, прописка и т.д. и т.п. Обратите внимание на цену. Людям нужно продать, но ситуация у всех разная, поэтому цена более чем приемлемая для 22 соток с электричеством и газом по границе. Кстати, только что лису видел. Заснять на видеокамеру не успел. Сейчас мы подойдем к участку. Собственно, мы пришли уже к участку. Ну, вот тут чуть подальше, напротив. Да, вот такой интереснейший. Конструкция интересная. Вот там основная деревня Вёски. Автобусная остановка, магазины. Все в шаговой доступности. Город Александров в шаговой доступности. По Яндекс, Google картам посмотрите. Все это очевидно. И вот он, наш земельный участок, 22 сотки. Давно не обрабатывался, давно за ним не ухаживали. По краям он обрамлен таким вот лесным массивчиком. Вот, центральная часть его пустая относительно. Есть, конечно, там вон тоже молодые заросли. Но для кого-то это очень даже интересный вариант, художественная мысль работает. Вот. Строительство дома, прописка, приобретение с помощью загородной ипотеки. Также, значит, разведение хозяйства. Все на этом участке можно делать. Повторюсь, участок в собственности отмежован. Электричество и газ по границе. Оказываем услуги в сфере газификации, электрификации объектов недвижимости под ключ. Важно, рядом городская инфраструктура города Александров. Это деревня Вёски. Ну, собственно, вот он, земельный участочек. Приезжайте, смотрите, покупайте. Крайне недорого, я уже в третий раз говорю. Для локационно прекрасно расположенного земельного участка в деревне Вёски 22 сотки с электричеством и газом по границе. Ну, собственно, давайте посмотрим саму деревню. Ваше внимание, улица. Ну, подъезд вот такой вот пока. Ну, думаю, со временем все будет в порядке. Ну и, собственно, немножечко самой деревни Вёски. Кстати, сейчас обнаружил, что до нашего участка продаваемого можно с двух сторон подъехать. Вот здесь и с той стороны. Стоимость будет указана в тексте объявления под данным видео на нашем сайте anzl.ru. Газ, электричество по границе на наших YouTube, Рутуб, Telegram каналах. Оказываем услуги в сфере газификации, электрификации объектов недвижимости под ключ. Деревня Вёски граничит с поселком Светлый. Город Александров, ну, практически тоже тут, я бы сказал, в шаговой доступности.